Дотянуться до небес. В Тюмени находится самая высокая радиомачта за Уралом. Радиогигант стоит на территории детского центра «Алый парус». Общая высота мачты вместе с антеннами – 36 метров. Она в 12-этажный дом. Вес – 2,5 тонны. На монтаж конструкции стоимостью 1 000 000 рублей ушло 1,5 месяца. Поднимали стального гиганта строительным краном. Радиолюбительские антенны 4 диапазонов крепили с помощью 55-метровой пожарной лестницы. Мачта настолько высокая, что, говорят, до верхушки можно забираться 5 минут. А если делать остановки, так как я, то и того дольше. Стальной небоскреб настолько крепкий, что может выдержать порывы ветра скоростью 120 км в час и температуру до минус 50 градусов. Против молний тоже есть защита. Диапазон поворота антенны до 360 градусов. Ей управляет радист «Сегодня это я». И легким движением руки могу повернуть антенну либо на север, либо на юг. С помощью радиомачты Тюмень устанавливает связь со всеми уголками планеты. Позывные «Алого паруса» «Радио Мария 8 Люба» знают радиолюбители 4 континентов 340 стран. От Антарктиды до острова Пасхи, от Канады до Австралии. Что интересно, тюменская радиомачта всего на 2 метра ниже знаменитой статуи Иисуса в Рио-де-Жанейро и на 10 метров статуи Свободы в Нью-Йорке. Эту и другие рубрики ищите в соцсетях, а мы покажем еще больше.